Всем привет! Доброе утро! 1 апреля! Вы можете это поверить? У нас всю зиму не было столько снега, как сейчас на 1 апреля. Весь март был очень теплый. Я не знаю, плюс 20 градусов где-то. Дождей не было, небо, солнце светило. Весь март почти был. Прям весна-весна. И вот такой у нас сюрприз произошел ночью. Ну, как сюрприз, мы знали, что сегодня будет снег. И вчера вечером начался. И сегодня утром проснулись, и все белым-бело. Время у нас сейчас 6:52, 7 утра. И я еду на работу. Вчера должна была работать. Итава пришел вовремя, все, но я отпросилась, сказала, что вот, а сегодня приду вместо вчера. Потому что у нашего Льюиса вчера был день рождения. Вот, и я его, он с друзьями ходил в боулинг играть, и в ресторан потом пошли вчетвером. И вот я его туда отвезла, потом забрала. Утром это было еще собрание родительское у Замуэля. Поэтому я еду сегодня на работу. А сегодня, думаю, надо было все-таки вчера отработать. Я Льюиса вчера отвезла, когда как раз вот это время, когда мне на работу. Я могла бы просто чуть попозже прийти и забирать его надо было, я бы уже успела и отработать. Ну ладно. Сегодня пришлось машину чистить от снега. Слава это сделал. И ничего страшного. Сейчас с 7 до 11 отработаю. Надеюсь, мальчишки у нас, еще двое мальчишек, которые тоже распаковывают. Вчера они были, надеюсь, они распаковали все. Давай, выезжай. Всем срочно выезжать надо. Так что вот такие дела. Вон, коллеги приехали, смотрю, у них тоже все. Все машины за... Блин, тут не видно тебе разметку, ничего. Где парковаться. Все, побежала я работать. Офигеть! Вот это у нас весна. Один месяц было тепло, второй месяц теперь снег. Но это только сегодня. Я сейчас смотрела прогноз, уже через 2-3 дня уже опять будет там плюс 12-13, вот так. Посмотрим. Сюрприз. Когда в марте был, я помню, один год у нас в марте столько снега вывалило. Навалило. И вот это было, думаю, нифига себе, весна, и тут столько снега. А тут, ну, главное, самое, что интересно, что всю зиму у нас не было снега вообще. Вообще. Ни один день, по-моему, у нас, да, ни один день не было снега. Один вечер, я помню, мы с Славой пошли гулять, и хрустел снег под ногами. Это было, он вечером начал падать, ночью лежал, а утром мы проснулись, уже следа не было. Вот, это да, один вечер был снег за всю зиму. А остальное время, все время было пасмурно, дождик шел. А вот март у нас был очень такой солнечный, теплый. И вот теперь такой денек. Еще с ветром такой, прям вьюга. Интересно, конечно. Что там открыли, нет? Ну все, посмотрим, что нам пришло, не пришло товар. У нас абсолютно нету, не привозят масло подсолнечное и растительное масло нету. Оливковое есть, ну тоже так, редко привозят, но есть, по чуть-чуть. А вот с этим вообще беда. И мука привозят через 2-3 раза, и то по чуть-чуть, и, короче, понемножку, по 2 пакета только выдаем. А масло иногда по одной бутылке только выдаем, потому что, ну, привезут там один картон, и там всего лишь сколько там, 12 бутылок, по-моему, что это? Вот так вот, кто спросит, мы даем. А в основном бабушкам стареньким, которые не могут никуда поехать, там, в другой магазин посмотреть, которые здесь живут и приходят со своими этими... Кто с палочкой, кто специально такой этот... катят. Вот, и... Такие мы, конечно, оставляем, чтобы им потом хотя бы дать.
Ну все. Посмотрим, что я дальше буду снимать, не знаю, но хотелось показать вам наше 1 апреля, как у нас выглядит. Пишите в комментариях, у кого как вообще какая погода. Я слыхала, что в Питере тоже снег недавно, очень много опять намело, не знаю, как сейчас у вас там погода. Пишите, как в Москве, как в Оренбурге, как где, кто где живет. И даже кто в Германии живет, вот на юге Германии, напишите, у вас тоже столько снега. Будет очень интересно вообще во всем мире, какая погода. Кто откуда смотрит, тот пишите, если захотите. Все, я побежала. Вот радости, 1 апреля. И Скоджик обожает снег. Хоть 1 апреля поиграется чуть-чуть. Люис с Леоном, с Самуэлем играют. Снежки почистили впереди двор и пошли играть. И Скоджик вместе с ними. Говорит, мы хотим последний раз снегом насладиться. Он не знает, кого защищать. О, он наступил на него, да? Вот радости. Он боится, когда бросает иногда. У него наоборот, когда собакам нравится, когда что-то бросает, он наоборот боится. Ну. У нас уже такая рассада, это помидоры выросли, уже так думали, все. Ну такое тепло, на той неделе плюс 20 было градусов. А сейчас зима зимой. Целый день идет снег, еще с таким ветром прям метет. Сейчас вроде перестал чуть-чуть, но до вечера обещали. Коджик снег ест. Или что он там делает? Он и в том году, или когда последний раз снег был, позапрошлым. Носом вечно. Да, это махнуть надо. Только их со школы привезла, они почистили впереди снег, там, где у нас двор, перед домом. И не хотят заходить играть. Хотят играть в снежки. Аж не верится. Вот уже Славин рассада помидор. Такая уже большая. Дети почистили снег. Так себе. И вот. Вот столько рассады. Ну все, на этом буду снимать свое такое... Ой, снимать, говорю. Заканчивать свое коротенькое видео такое. Вот. Хотела просто показать вам снег, что у нас на 1 апреля выпал снег. Это нужно обязательно запечатлеть, конечно же. Это же видео в первую очередь для нас, на память. Вот, поэтому решила снимать. Ну и так немножко поснимала, показала. Вот, еще у нас очень хорошая новость. Это то, что с понедельника у нас снимаются абсолютно, ну, 98-99% всех ограничений. Остаются только маски в общественных транспортах и в больницах, и в доме престарелых, ну, вот в таких медицинских учреждениях. А так в магазине, самое главное, можно в понедельник уже идти без маски. И работать, конечно же, без маски. Мне очень-очень-очень радуюсь. Надеюсь, что это навсегда теперь. Ну, конечно, трудно вериться. Ну, хотя бы сейчас весну и лето без маски будем проводить. Надеюсь. Надеюсь, что это вообще навсегда теперь. Посмотрим.
А вот детям на автобусе еще нужно будет в масках ездить, а в понедельник, с понедельника у них в школе тоже маски не нужно будет больше носить. А тест еще нужно будет еще неделю делать, понедельник, среду и пятница, вот как до сих пор они делали в школе на уроке, на первом уроке. Вот это еще им одну неделю нужно будет делать, а потом у нас 2 недели каникул, и потом без масок и без тестов. Все, на этом заканчиваю. Спасибо всем огромное за то, что посмотрели до конца. Желаю всем хороших выходных, мирного неба над головой, чтобы поскорее все закончилось, стало тихо, мирно, спокойно в мире во всем. И, конечно же, всем-всем здоровья крепкого. Все, я буду отдыхать. Всем спасибо и до следующего видео. Всем пока-пока.